широкую известность Александре Назаровой принесла роль революционерки Софьи Перовской в фильме конца 60-х годов. Но всенародную славу актриса получила, когда ей было за 60. По-настоящему звездной стала роль Надежды Михайловны, бабушки Виктории, в комедии «Моя прекрасная няня». Ее голосом говорят многие герои любимых мультфильмов в реальной жизни. Александра Назарова также оказалась бабушкой с большой буквы. В одиночку воспитала дочь своего погибшего сына. Александра Назарова родилась 17 июля 1940 года в Ленинграде. В 1961 окончила Ленинградский театральный институт имени Островского. Курс Бориса Дзона. С 1961 начала сниматься в кино. Актриса была замужем два раза. Первым супругом Назаровой был оператор Юрий Приходько. Во втором браке с врачом-реаниматологом Юрием у пары родился сын Дмитрий. Но, к несчастью, в 41 год Дмитрия не стало. Его дочери Александре тогда было всего 2 года. Ходила версия, что его убили. Однако на самом деле причиной смерти сына Назаровой стала передозировка наркотиков. После гибели экс-супруга Дмитрия отдала дочь в приют. Актриса Александра Назарова приложила максимум усилий, чтобы вытащить внучку, и ей это удалось. Она воспитывала свою внучку, которая называла ее мамой. Александра Назарова умерла 20 августа 2019 года в Москве. Причиной смерти стала полиорганная недостаточность. Актриса незадолго до смерти перенесла операцию. Врачи диагностировали у нее заболевание легких. С июля 2019 она находилась в московской клинике под присмотром медиков. Хирурги сделали актрисе трахеостомию, однако вместо улучшения самочувствия после операции у Назаровой стали отказывать другие органы. 17 августа артистку перевели в новую клинику, но спасти ее жизнь медикам так и не удалось. Назарову похоронили на Троекуровском кладбище Москвы. На момент смерти актрисы внучке было всего 11 лет. Светлая память артистки.